Значит, вот смотрите, пожалуйста, проект решения. У нас есть два пункта. Один пункт – это вот о направлении депутатского запроса в ряд адресов, а второй пункт, точнее, простите, первый, о назначении общественных обсуждений проекта ландшафтного освещения. Значит, вот по этому пункту была просьба главы управы Сергея Евгеньевича выступить и с замечанием, предложением. Коллеги, я просто мы переговорили, когда получили проект решения, тоже. Вот, по запросу вопросов нет, и более того, я тоже хотел бы со своей стороны направить некие письма, чтобы мне разъяснили ситуацию. Вот, и, ну, я думаю, где-то через неделю-две мы получим ответы, и вот попросить вас уже после этого принять решение о назначении каких-либо слушаний. Ну, первое, во-первых, надо создать помещение. Вот, и чтобы у нас была понятна позиция по этим слушаниям, раз мы с вами согласовываем, с нами согласовываем. Поэтому по запросам вопросов нет, я помню, что я поддерживаю. Вот, но хотел бы со своей стороны тоже еще раз говорю, разобраться и уже получить там, с первого момента, после 15-го, там уже понятие, что и как назначать. Это такая просьба, если вы поддержите, спасибо. Так, значит, коллеги, по вот этому предложению, есть ли у кого-то какие-то мнения, там, замечания и так далее? Я могу даже без микрофона. Ну, я не знаю, или громко кричить, или микрофон. Я могу громко кричать. Я хотела спросить, Евгений Евгеньевич, я правильно поняла, что вы хотите подождать ответов на ваши вопросы, а потом ответить? А какие у вас вопросы? Может, я так отвечу? У меня куча ответов есть по уровню. Да, мы уже просто получили все ответы, от кого можно. Если вы хотите, я могу вам завтра ссылку на Google Диск скинуть. Это общедоступная папочка, можно посмотреть. Нет, подождите, пока в такой формулировке непонятно. Вы хотите какие-то запросы куда-то направить. Я вас спрашиваю, какие и куда? А, вы уже направили. Вот, не направили. Так, вот я спрашиваю, какие и куда? Какую? Которую можно обсудить, в том числе для того, чтобы участвовать в ней. Вот какие сейчас объявлены, там, какие не объявлены. Там, сейчас торги какие не объявлены. Я вам еще раз говорю. Ну вот понимаете, потом, если уже будете вы хотите провести нормальные слушания, надо пригласить людей, которые бы что-то пояснили тоже от структуры. Но это нормально. Вот, мне так кажется. Вот. И я думаю, что надо такие вещи готовить, они вот бросили там. По поводу готовить я согласна, но просто торги сейчас никакие не проводятся, закупки в gov.ru доступны всем с компьютера, каждый день. А если все понятно, то зачем эти запросы делать, если на все есть? А там скорее не допустят, а там скорее это продолжение добычи информации. Ну, в общем, я прошу, что мы есть время. Ничего страшного. Мы подпишем помещение. Да, спасибо. Евгений Иванович, у нас действительно гигантская уже переписка по Воробьевым горам, самые разные формы, и в форме депутатских запросов, в форме обращений жителей и так далее. У нас действительно уже есть масса ответов, которые мы получили на кучу разных вопросов, поэтому мы, безусловно, готовы поделиться этой информацией немедленно сейчас, да? Но ровно после оценки вот этих ответов мы понимаем, что вот следующий шаг – это вот те самые обсуждения нам необходимы. Потому что нарушений на этом проекте огромное количество, они уже зафиксированы в официальных ответах в наш адрес. Так? И на сегодня мы предлагаем назначить эти общественные обсуждения с 1 по 15 декабря. Соответственно, до 15 декабря у нас куча времени еще, но откладывание еще на 2 недели, очевидно, выводит нас как минимум на конец января. То есть мы отложим их не на 2 недели, а на 2 месяца, по сути. Это,
скажем так, некая катастрофа для существующего положения дел на Воробьевых горах. То есть то, что там сейчас происходит, оно просто не лезет ни в какие ворота. Вот, поэтому, кроме того, действительно не хватает какой-то информации. Давайте поймем какой, потому что все, что мы хотим запросить, мы уже вот здесь запрашиваем. Здесь осталось, по сути, несколько дополнительных штрихов и картина незаконности всех работ на Воробьевых горах будет завершена полностью. То есть, по сути, уже сейчас есть полный комплект для прокурорского реагирования полноценного уголовного дела по этому поводу. Вот. Татьяна, скажи вам, почему только по освещению, а не по застройке Воробьевых гор? Это же все вместе. Почему только освещение? Значит, смотрите, действительно, то, что мы сейчас направляем, это скорее некая констатация факта, чем допрос информации, поэтому это не возражение. Значит, вот, собственно, прозвучал довод, что уже на данный момент имеем только материалы, то, что это даже на балансе не значит, это главный вклад. Значит, вопрос о подготовке, ну, собственно, он резонный, потому что тут действительно ставится вопрос о помещении. Уважаемые коллеги, так, минуточку, вот сейчас я задаю вопрос по делу, пожалуйста, минутку внимания. Вот мы уже предыдущий вопрос, собственно, заморозили из-за того, что квартирный вопрос нас испортил, то есть помещений для работы у нас подходящих нет, да? Вот сейчас мы снова упираемся в ту же самую проблему, когда мы не можем, так сказать, решить какие-то свои задачи, потому что нам негде. Значит, в данном случае тоже, конечно, встанет вопрос о помещении. Вот. Но если мы не примем решение о том, что мы проводим общественное обсуждение, мы не можем и решать вопрос о помещении. Как бы нам нужно сначала иметь это решение Совета депутатов, только потом мы можем искать, где мы можем это мероприятие провести. Так что боюсь, что тут... только именно в такой последовательности. Да, пожалуйста. Уточняющий вопрос к Евгению Евгеньевичу. Я очень поняла из вашего выступления, но не расслышала, извините. Вы хотели бы, чтобы мы пока не принимали решение, отложили это решение или отложили дату публичных слушаний? Мне хотелось бы перед этим слушанием немножко перенести с чувством. То есть отложили дату публичных слушаний всего лишь? Решение принимать. Вы поняли, спасибо. Да, не надо принимать решение, пусть запросы идут, просто немного перенести дату. 14-го, 12-го, 26-го. Там еще подробно готовят документы, небось, после обсуждения. Собираются, начинают выяснять, о чем, обо что. Кто их это вообще не видит? Кто эту повестку писал вообще? Дело все в том, что одна из... уважаемые участники, просьба все-таки не шуметь. Значит, смотрите, какая там проблема. Там проблема, что сейчас работа ведется без проекта. Да? Если даже кому-то пообещали проектную там, документацию выставить, гарантии, что это будет выставлено в течение даже месяца до Нового года, гарантии, что проектная документация будет судорожно как-то так сказать, дооформлена и нам выставлена, даже в течение месяца, никаких нет. В этом смысле мы можем откладывать еще очень долго. Честно говоря, я ожидала немножко другой аргументации, но ее не получила. Вот, поэтому, если, скажем, мы можем обозначить интервал временной, в течение которого будет назначена дата и, собственно, проведено мероприятие, ну, не с 1 по 15, а там, допустим, с 5 по 20, да, если это решит какие-то вопросы. Пожалуйста, мы можем так поступить. Не хватает. То есть просто дату изменим, решение это запросы мы примем, вот и все. Нет, я же говорю, мы интервал, но мы сейчас не обязаны назначать именно дату. Мы можем просто обозначить именно интервал и решить вопрос помещения. Просто. Интервал изменить, да, допустим, 5 по 20. Елена,
Дату согласовать, но понятно, что это там главное. Нет кластрофайта. Дату принесли на этом втором, и врага не говорится. То есть у нас будет одна дата, то есть мы все две недели должны изготовить процесс, как смотришь. Слушай, одна дата. Ну, например, да, один день, ну, с 10 по 20 вполне возможно. Да. Это не двухнедельное мероприятие, это не публичное слушание, это общественное обсуждение. Да. Я это понял вот только сейчас. Я тоже сначала писал первое 15-е, решил, что все эти 15 дней будет идти какой-то процесс приема каких-то обсуждений. Позже 20-го я не хотел бы. Позже 20-го я не хотел бы расставить. Раменки, хамовники придут, конечно. Тропарёв. Академический. Сегодня Лиза Кривцова была. Я про то, что чем позже, тем больше ёлок. Я подозреваю, что даже после 10-го будет эти ёлок. Я так подозреваю. Нет, ну, думаю, найдем, коллеги, пожалуйста. Не позже 20-го, пожалуйста. С 15 по 20 вполне сможем найти зал, конечно же. Не сомневаюсь. По 20 уже поздно, уже люди начинают собираться. Не, еще раз. Хорошо, компромисс, неизвестно, что там будет датами, с 10 по 20 и так далее. Вот компромиссный интервал. Вот. Ну, мы учтем пожелание, чтобы сдвигаться немножко попозже. Но просто для перестраховки, потому что что там будет с помещениями, у нас уже один раз была такая неудача, что мы приняли подобное решение, с помещениями были проблемы. Вот. Поэтому вот, я предлагаю, как компромисс 10 по 20, с учетом пожеланий, чтобы ближе к концу интервала. Ну, я думаю, что если... Нет, если Евгений Евгеньевич прямо завтра сумеет добыть подтверждение второй школы, прямо при 18, ну что там, не выходные? Или наоборот, выходные, кстати, что нам лучше, выходные или нет? Не знаю, честно говоря, я думаю, что... Ну, в принципе... Выходные интереснее, нет? Ей просто выходные проще, мне кажется. Вот, ну, я бы оставил Евгению Евгеньевичу вопрос. Да, вот. Ну, например, ну дайте вилку с 10 до 20 еще раз. Примем до 20 примем любую дату. Мы себе ставим, потому что дальше уже подходит. Нормально, пожелание, мы будем будем. Значит, я предложил компромисс 10 по 20 с учетом неформальных пожеланий, чтобы ближе к концу этого интервала. Мы просто перестраховываемся, что если у нас будут какие-то трудности, связанные там с приближением Нового года, с елками и так далее, то мы могли, так сказать, выйти из положения. Значит, насколько я поняла, по существу вопроса больше нет замечаний, кроме сроков. Поэтому, значит, давайте ускоримся, значит, вот зачитываю проект решения, прошу внимания. Вот. О проведении общественных обсуждений проекта ландшафтного освещения на особо охраняемой природной территории государственной природной заказной проблемы горы и о направлении депутатского запроса. В соответствии с законом города Москвы номер 56 об организации местного самоуправления в городе Москве, статьей 9 федерального закона 23 ноября 2005 года номер 174 ФЗ об экологической экспертизе с изменениями и дополнениями, Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил провести на территории муниципального округа Гагаринский общественное обсуждение проекта ландшафтного освещения на особо охраняемой природной территории государственной природной заказной «Коробьевы горы». Второе. Установить срок проведения общественных обсуждений с 10 по 20 декабря 2017 года. Дату проведения согласовать с администрацией муниципального округа Гагаринский и управой Гагаринского района. Третье. Проинформировать о настоящем решении заказчика проекта Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы. Четвертое. Направить депутатский запрос в Департамент культурного наследия города Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, Министерство культуры Российской Федерации, Гагаринскую межрайонную прокуратуру города Москвы, согласно приложению.
5. Опубликовать настоящее решение о переселении Московской муниципальной верфи переместить на официальном сайте Гагаринской ком. 6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гагаринской и Русакову. Кто за этот проект решения? Прошу голосовать. Единогласно, да, единогласно, решение принято, спасибо. Так, еще, значит, один запрос, это, кажется, последний. Значит, это о направлении Департамента культурного наследия города Москвы замечаний в рамках общественного обсуждения государственной культурной экспертизы, проекта документации, приспособления для современного использования объекта культурного наследия федерального значения дачи Дмитриевна Мамонова. И усадьбы Дмитриевна Мамонова. Значит, депутаты, собственно, получали проекты, разработанные Ириной Абалкиной, значит, замечания и предложения, кто-то отсылал от себя. Значит, там достаточно много, это тоже связано с вот этим проектом ландшафтного освещения и государственной историко-культурной экспертизы, которая с этим проводится. Здесь, значит, объемный документ, но, повторяю, присутствующие должны были его не только получить, но и, насколько я знаю, кто-то такие замечания от себя даже направлял. Но направление этих замечаний от Совета депутатов, в общем-то, должно привлечь большее внимание. У нас там срок направления этих замечаний до 30 ноября, то есть мы еще успеваем, если мы сразу после этого решения отведем это по назначению. Есть ли, пожалуйста, какие-то замечания, может быть, там дополнения по этому проекту? Переходим к голосованию. Так. Вот так давно так. Вот, да, хорошо. Да. Итак, значит, зачитываю. По направлению Департамент культурного наследия города Москвы замечания в рамках общественного обсуждения акта государственной историко-культурной экспертизы, проектной документации. Приспособление для современного использования объекта культурного наследия федерального значения дачи Дмитриева Мамонова, парк 18-19 век, да, и объекта культурного наследия регионального значения усадьбы Дмитриева Мамонова. В соответствии с законом города Москвы номер 56 об организации местного самоуправления в городе Москве, Совет депутатов муниципального округа Гагаринской решил, первое, направить замечание в рамках общественного обсуждения акта государственной историко-культурной экспертизы, проектной документации, приспособления для современного использования объекта культурного наследия федерального значения дачи Дмитриева Мамонова, парк 18-19 век и объекта культурного наследия регионального значения усадьбы Дмитриева Мамонова. Второе. Опубликовать настоящее решение о переселении Московского муниципального вестника и разместить на официальном сайте Гагаринской ком. Третье. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гагаринской и Русакову. Кто за данный проект? Прошу голосовать. Так, единогласно. Спасибо, решение принято.